Всем привет! Всем привет! Мы на канале Семья Тумановых. Мы сегодня открываем такую коробку. Она называется Слигом. Ну, не понимаю, что там внутри. Не понимаю, что внутри. Мы сегодня открываем набор пожарных. Дима, тебе интересно, что там внутри? Да, интересно. Поэтому открываем. Давай рассмотрим коробку. Смотри. Пожарная машина большая. А из них? Пожарная вышка на прицепе. Так, такой человечек, а другой поднимается на лесенках. Он не на лесенке, он на вышку встает, и вышка его поднимает. А пожарные тушат пожар из пожарной пушки вот такой. Да, из пушки. Видите пожар? Давай открывать. Давай. Ну что, посмотрим, что здесь. У нас еще большой машины не было. Ну, посмотрим, как она собирается. Посмотрим, как собирается. Давай соберем. Давай. С чего начнем? Машины, да? Да. Давай. Пойдем. Тут много деталей. Дима, смотри, какой автомобиль получился классный. Двери открываются. Папа. Борта тоже открываются. Можно сюда инструменты положить. Вот. Закроем и поехали. Сейчас. Дима, но это еще не все. Давай дальше собираем. У нас же еще с тобой прицеп с подъемной вышкой. И радар. Thank you.
Дима, смотри, какая у нас классная команда получилась. Ура! Ура, ура! Ура! Мы собрали с тобой пожарных. Ничего себе! Нет, стой. Пожар! Да, поступил вызов о пожаре. И наша, о пожаре! И наша бригада, удалая бригада наша. Сейчас мы поедем на пожар. На пожар. На пожар, круто! Тушить поедем. Собираем инструменты. Так, Дима, открывай вот здесь, дверцу открывай. Давай я тебе помогу. Вот. Складываем наши инструменты. Дверь отвалилась. Тревога, тревога, пожар. Горит радиостанция. Инженер пытается что-то сделать, чтобы не разгорелось еще больше, но тут приехали спасатели, пожарные, и начали помогать. Они начали тушить. Доставайте инструменты. Достаем инструменты. Вот. Ящичек с инструментами. Ну, нам. Давай, каждому. Кстати, у нас есть пожарный шланг здесь. Смотри. И пожарные его вот так вытаскивают. И с помощью пожарной пушки они тушат пожар. Тушим, тушим, поливаем. Ой, второй пал. Затушили, да? Ура! Мы спасли радиостанцию от пожара. Ничего не сгорело, чуть-чуть только повредилось. Какие мы молодцы. Да, такие сумы. Спасатели крутые. Все, после пожара нужно спасательный вот этот шланг смотать. Так, смотали. Нашу вышку собираем обратно. Чемодан тоже собираем. Инженер рад, что тут ничего не сгорело. А я собрал все инструменты. Ты собрал все инструменты, молодец, Дима. Ну и все, наши пожарные спасатели отправляются обратно в путь. Осталось только загрузить ящичек обратно в машину. Мы пожарные, крутые. Мы поехали на базу. Развернулись и уехали. Едем, едем, едем. Мы пожарные. Ой, кто-то выпал у нас, Дима. Кто-то выпал. Пожарный выпал. Ну-ка, обратно его загружаем. Всем спасибо за просмотр. Давайте подпишемся на наш канал. Пока, пока, пока. Пока, пока, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас. Пока, пока.